Добрый вечер, умельцы. Сегодня с вами поговорим о том, как сделать, вернее, не сделать, а склеивать шкатулки, коробочки. Очень часто я задавался вопросом, как это можно легко сделать, какими приспособлениями. Вот посмотрел одно видео на YouTube, и вот сделал себе нечто подобное. Вот для этого мне понадобилось всего лишь только 4 гайки-барашки, одна шпилька 8 диаметра и 4 винта. Шпилька метровая была, я ее разрезал на 4 части, 2 по 30 сантиметров и 2 по 20 сантиметров. И купил еще вот таких вот 4 уголка. Каждый уголок с каждой стороны подгибал примерно 2,5 сантиметра. Вот с каждой стороны 2,5 сантиметра. Под углом 90 градусов. И расверлил отверстие. Ну, не восьмерочкой, а, наверное, где-то примерно 8,2 диаметром. Также мне еще понадобилось 4 шайбочки. И трубку я разрезал на 4 части, которая примерно равна длине вот нашего этого плеча. Где-то больше, где-то меньше, я уже особо не сохранял размеры. Ну, примерно вот так вот. Шкатулки наши можно делать размерами от примерно 8 сантиметров шириною и 8 длиною до, ну, почти 30 на 20. И высотой, видите, у меня примерно 5 сантиметров. Вот очень хорошо подходит для этой шкатулки. Но вообще идеально идет. Вот так вот получается. Вот каждую гайку-барашку стягиваю, закручиваю. Вот она и стягивается. В этом месте, где гайка просто, у меня просто я ее закрутил. Это пока что временно. В дальнейшем я просто возьму его, заварю. И, возможно, даже приварю его к этому уголку, чтобы он не прокручивался и держался ровно. Тогда уже у меня точно будет уже никуда не денется. А так, когда я закручивал, зажимал немножко, оно у меня прокручивалось. И приходилось мне шпильку руками удерживать. Ну вот, примерно что-то такое вот я сделал. Вот шкатулка завтра подсохнет. Ребенок заберет домой, доделает и заберет домой. Вот. Так же самое я сделал еще такие же зажимы для изготовления рамок. Вот. Но уже уголки я не покупал, а делал.